Работы по строительству новой угольной котельной в селе Макеиха Никоузского района вышли на финальную стадию. В октябре здесь был смонтирован металлический каркас здания и установлены угольные котлы. Сейчас идет монтаж тепломеханического оборудования и подвод теплосетей от новой котельной уже к существующим сетям. Ставим мы задачу подрядчику, чтобы до конца ноября он уже постарался сделать первые пробные топки. Но, в принципе, до конца года мы должны ее запустить полностью в строй и переключиться на эту угольную котельную. Ориентировочная цена муниципального контракта около 20 миллионов рублей. Сейчас теплоснабжение села Макеиха осуществляется за счет старой торфяной котельной. И, как сообщают представители профильного департамента, топливо для старой котельной находится в достаточном количестве, и его вполне хватит до старта угольной котельной. Теплоснабжение осуществляется от старой котельной. Замечаний, жалоб от потребителей не имеется. Силами нашего ГКУ, Центра управления ЖКХ, осуществляется ежедневный контроль утром и вечером температуры во всех социальных объектах, в наиболее проблемных по прошлым годам квартирах. Жалоб и замечаний по-прежнему не имеется. Уголь для новой котельной в село Макеиха должны доставить в течение недели. По планам она начнет свою полноценную работу уже к началу нового года. Дарья Кос, Сергей Мазилов, День событий.